Привет, друзья! Приветствую вас в магазине Pride Shop. И сегодня я хочу вам рассказать о некоторых новинках одежды НП 2017 года, которую мы совсем недавно получили, и ее уже можно купить у нас в магазине. Я вам расскажу только о тех вещах, которые поразили меня. Вообще у нас целый магазин здесь. Лайкры, шорты, гидрокостюмы, все есть. Но вот посмотрите на меня, да? Казалось бы, я выгляжу как обычный человек, да? Вот у меня кенгуруха. Самое обычное, да? Ну, как выглядят кенгурухи. У меня шорты самые обычные. Но весь прикол в том, что это лайкра. То есть я в этом могу еще и кататься. Есть такой тренд, да, что вы можете совмещать. Например, вам нравится ходить в том, в чем вы катаетесь. Ну, например, ради экономии вещей, перевеса, мало ли. Ну, или просто по приколу ради. Вот если вы из таких, то вот этот набор для вас. Катающийся кенгуруха, лайкра SPF 50+, то есть вы полностью защищены от солнца, опять же капюшон, не напечет голову. И вот такие вот шорты, меня они вообще поразили тем, что у них очень много карманов. А вы знаете, для меня как это важно, там GoPro-шечку спрятать, там ключи от машины, ваксочку. Так вот, здесь два кармана, как на обычных штанах, но они при этом на замочках. И плюс еще один кармашек сзади. Вот здесь вот он на пуговичке. Ну, то есть, стайлак этих шорт, в принципе, обычный. Даже вот здесь вот есть ширинка, пуговица. Но шнурки, они тоже присутствуют. То есть, в замыве вы не останетесь без штанов, но просто вы их прячете внутрь. Поэтому одел костюмчик, покатался, пошел на работу. Еще некоторые вещи я вам покажу. Ну вот женские шортики в новых дизайнах есть коротенькие, есть длинные, такой так называемый бойфит. Вот. Сейчас очень популярная тема, это гидролеггинсы, наверное, так их называют. Видите, такие неопреновые шортики. И плюс неопреновая гидромаечка. Короче, мы чернореченские. Чернореченские. Да, иногда нужно это... Я предлагаю налететь на Риголетовский. Чтобы без палева, понял? Капюшончик накинул и все. Главное, чтобы менты не подъехали, как в прошлый раз. Не, ну ты понял, в чем смысл? Нет, рассказывай, что это за херня? Это катальное дерьмо, понял? Не, не верю. То есть это вот та же самая кенгурух, как у тебя, только катальная лайкра. А для чего она? Опа. Как для чего? Ты не понял? Смотришь? С океана заходить. То есть это на кайте гонять? Да, заходим ночью, хлоп-хлоп, и опять в море ушли. Да, и все, одели. Да. Гоп-стоп такой морской получается. Ну, выглядит вообще огонь. Нормально? Погоди, а это... А пуговицы ты зачем, братан, пуговицы? Ну, пуговица, если ну, ты совсем палишься. Вот. Оп. Вот так, да? Да, а если ты типа ну на отдыхе, ты можешь вот так, опа, ну, покажи. И распрягся. Ага. Ну, капюшончик, кстати, не очень смотрит. Честно могу сказать. Вот, смотри, вот капюшончик нормальный. Слушай, Дима, а как ты думаешь насчет серфинга в этой штуке? Не знаю, надо попробовать. Но мне кажется, нет, это все-таки кайф. Все-таки это больше кайтовый вариант. Да, да. Мне нравится, когда облегается. А как, трапецию наверх ее одевать, да? Ну, хочешь под нее, хочешь на нее. Вообще, я бы рассмотрел такую вообще штуку, чтобы, знаешь, вот для инструкторов очень прикольно. Да, когда да. Жарко, ты раз капюшончик одел, стоишь, учишь, у тебя щечки не напекают, ну, да. Нос только ну, намазан. Да. А посмотри, штаны тоже, ну, типа, продуманы. Гляди. Ну-ка, покажи. Кармашки имеют специальные маленькие отделения внутри. Ну, знаешь для чего, да? Я не буду это в кадре говорить. Вот, маленькие кармашки. Для семечек. Для семечек, да. Опачки, вот так заправил их и застегнул, гляди. Ага. На молнии. Очень удобно, на молнии, ага. Да. Но опять же, поехал там это, навстречу куда-то, из воды вылез, тебе даже переодеваться не надо. Согласен, выглядит вообще нормально. Как обычный этот, ну. В принципе, в таком наряде тебя в банк пустят, если ты капюшон. Ну да, снимешь. Да, да и в банк, на дискотеку, куда хочешь. Вообще нормально. Да. Не, в лаказ не пустишь, штаны нужны. Продумайте для лаказа все-таки шорты, которые плавно за два движения превращаются в штаны. Желательно штаны с носками. Об этом в следующем выпуске. Ну ладно, нормально. Что еще новинки? Есть какие-то? Да, смотри. Мне вот эта штучка нравится. А как тебе лайкра с кармашком на спине?
Так, и что мы в этот карманчик положим? Это что угодно, паспорт, не знаю, там. Паспорт. Ну, щетку, да. Предлагаю положить сюда зубную щетку и пасту. Потому что знаешь почему? Пошел в 5 вечера кататься на Ванане. Ветер кончился, тебя к Тамарину несет. Поспал в кайте, с утра проснулся, раз зубы почистил. Удобно? Поехал, задул, опять поехал. Да. Да. Как считаешь, удобно? Очень удобно, да. И на апартаментах можно сэкономить, и на спасалке. А, вот тоже крутая тема. Знаешь, что такое? Братан. Не говори, что это шорты плавно превращаются в панель. Нет, это шорты для сабсерферов. Да ладно. Знаешь, чем шорты сабсерферов отличаются от шорт-серферов? Вообще в жизни не догадался. Не догадаюсь никогда. Педал луп, братан. Что это такое? Педал — это весло, луп — это петелька. Петелька для весла, братан. Никто не знает, но у них есть петелька для весла. Обратите внимание, петелька для весла. А, еще смотрю, вот здесь перфорация такая сбоку, это чтоб у тебя ноги, видимо, не болели. Подожди, братан, а никакое весло туда вставляет. Я не знаю, ну реально это вот прям написано, петелька для весла. Ну. Главное, мотору не продавай, а то он не то весло туда ставит. Серег, заходи. Петелька для весла. Петелька для весла есть, да. Давай что? Петельку покажем. Беленькая петелька, беленькая. Ну вот, как бы, такие новинки. Все? Да. Пока. Пока. Все, Костян, нормально отработал. Поехали. Ты видишь, нет, меня там все ждут дома.